Как взаимосвязаны мозг и любовь? Об этом пойдет речь на очередной лекции проекта «Химия слова». Интересными фактами и малоизвестными данными поделится доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ Вячеслав Дубынин. Лекция «Мозг и любовь» состоится в субботу, 10 октября в 18:00 в ДК Тольятти «Азот». Вход свободный. Необходима предварительная регистрация на сайте dk.tuas.ru.